Мы приехали в городок Желида, и сегодня наша цель посмотреть этот город. Ну и, конечно же, специально забрались в гору, чтобы показать вам этот старинный замок. Очень красивое место, посмотрели по отзывам, всем понравилось. Конечно, тут и руин много, но даже есть и комнаты, куда можно войти. Поэтому все вам покажем. И наша цель сейчас найти вход в этот замок, купить билеты, чтобы мы уже могли начать смотреть всю эту красоту. И вот так все начинается с лестницы. Сейчас попробуем посмотреть, что у нас там. Продолжаем подъем. Осмотрите вокруг. Какая красота! И вот самая главная достопримечательность, ой, это гора Монсеррат. Посмотрите, какая она красивая. Вот так. Вид, конечно, просто потрясающий. Заходим вовнутрь и смотрим, что у нас здесь. Пока что идут развалины. Ой, солнышко. И вот все это так выглядит. Смотрим на эту сторону. Ой, здесь тоже очень красиво. И вот посмотрите, как главная башня выглядит. Сейчас будем все смотреть. Здесь у нас вход в подземелье. Понятно, что он закрыт. Ну вот, туда можно залезть. И вот лесенка у нас наверх. Здесь у нас стена, правда, руины. Но ничего, нам тоже туда нужно будет попасть. Ребята, зашли в здание старой церкви. Вы посмотрите, какая красота. И сейчас нам нужно туда. Маленькие макеты. Прям городка. Слушайте, как в сказке. И вот еще. Прям как 3D-картинка, что ли, какая. Угу. Смотрите, как классно. И вот еще одна, посмотрите. Это вообще, надо же такое придумать. La iglesia es el único edificio que tenemos en pie y es por un motivo, porque fue la parroquia del pueblo de Gelida hasta el siglo. Claro. Ребята, мы забрались на самый верх. Вот такой потолок. И вот. Какой здесь вид шикарный. На все стороны света. И смотрите из окна, какой вид. Hasta
А с этой стороны, посмотрите, лес. Мы наверху, на самой высокой башне. Как же здесь красиво. Y además, cuando la gente de Gelida vio que se construyó la torre del campanario, también vinieron a coger piedras para construir su casa. Por lo tanto, esta zona de aquí se cree que es una zona. Поднимаемся на другую сторону. И здесь у нас тоже огромная стена. Ой, солнышко мешает. Посмотрите, камни, это все осталось с того времени. И сейчас у нас получается вход внутрь здания. Вот это выглядит вот так, смотрите. El muro original cayó en algún momento del siglo XIII, no sabemos muy bien cuándo. Lo que pasó es que el acantilado cedió y como el muro estaba justo en el acantilado, cedió también el muro. Es lo que nos da miedo que pase con la iglesia. А у нас продолжается подъем еще выше. И сейчас мы забираемся. Еще одна башня, посмотрите, какая. Вот смотрите, каждый камешек сохранили. И, кстати, здесь очень такой обрыв серьезный, поэтому поставили вот такие заборчики, чтобы, не дай бог, не свалиться. Ой, как еще много тут всего. Вот эти руины именно в этом месте. Это было место, где ставили лошадей. Посмотрите. Popularmente se le llama el horno del castillo. Popularmente. Toda en esta cisterna. Como os decía, ahora que va a entrar. Сейчас смотрите. Вот так. No la necesita porque ya tiene una de mucho más grande. А здесь хранили воду. Y por lo tanto la utiliza. У нас продолжается восхождение. Поднимаемся еще выше. И вот, похоже, это уже последнее здание, которое нам нужно увидеть. И сейчас входим внутрь этого здания. Здесь огромная просто территория. Да, сколько здесь всего. Это правда самая настоящая крепость. Посмотрим, что еще здесь. Ну и, похоже, спускаемся к последней башне. Здесь что-то сейчас будет связанное с водой. Sí. Это место, где хранили воду. И, ребята, открывается вот главный вид на башню отсюда. Это мы уже все полностью обошли.
И вот он такой вид. Посмотрите, какая красота. Да, очень мощная крепость. Получается, мы закончили смотреть этот замок. Все нам очень понравилось. Пишите свои комментарии, как вам. Но очень рекомендуем посмотреть это здание, потому что здесь такая история. Столько здесь всего нам рассказали. Очень интересно.